Батюшки, отцы, учащиеся, кто здесь собрался на этом месте около арки, посвященной Урюпинской иконе Божией Матери. Сегодня мы с вами проведем уже традиционно для нас ставший молебен перед началом учебного года. Ну, я вас поздравляю, дорогие мои, кто будет и учить, кто будет и учиться, а кто будет учить, у нас преподаватели. Родители тоже будут с вами заниматься, они будут учить вас, и вместе с вами будут также и учиться. И вас, дорогие мои ребята, кто идет в школу в этом году, перед началом учебного года. Вообще в школу хочется идти? Тогда или нет? Честно говоря. Говорят, еще не отдохнули. Но я знаю, что отдыхать можно очень долго. Но, дорогие мои, мы в жизни хотим быть счастливыми, скажите. Вот весь дружный ответ уже. Я понимаю, что все в жизни хотят счастливыми. Жить долго хотите? Вот видите, тоже хотим, да. Но чтобы нам быть в жизни счастливыми, именно, да, надо в жизни чего-то добиться. Надо добиться? Да! Конечно. А чтобы добиться, нам надо учиться? Да! Надо учиться, правильно. А если мы не будем учиться, скажем, хорошо, в школу не пойдем, ладно, будут у нас знания какие-нибудь? Нет! Нету. Значит, учиться нам надо? Да! Вот ответ очевидный. Дорогие мои, я вам хочу пожелать, чтобы вы, конечно, как можно больше научились всему хорошему. Сейчас современная жизнь такая, реальная жизнь современная такие, что обязательно нужно знать очень много. Знать нужно и русский язык, и русскую литературу, и иностранный язык, английский язык, и информатику, и овладеть компьютерными знаниями, техникой компьютером. Это все, конечно, в основном вы, особенно молодые люди, умеете. Люди старшего поколения труднее этим овладеть, а вы уже все это знаете. Но, естественно, конечно, счастье – это не только категория, что мы чего-то знаем, да? Вот мы прекрасно обладаем многими примерами, когда люди, обладающие знаниями, какими-то жизненными успехами, но они в жизни не умеют счастья. А скажите, счастье – это важное наше в жизни? А как важно? Очень важно? Да! А может быть, очень-очень важно? Да! Я думаю, что да, что счастье в нашей жизни – это очень-очень важно. Но вот чтобы именно быть такими счастливыми людьми, надо вместе со знаниями обладать еще такими качествами, которые помогают нам вместе со знаниями быть счастливыми в этой жизни. А прежде всего, первое качество – это быть добрым человеком и всегда помогать кому-то. Чуть-чуточку кому-то помогать. Если мы этого делать не будем, а только будем, ну, на себя одеяло тянуть, то счастья никакого у нас не будет. А вы знаете еще, мы же хотим долго жить? Да! Или не хотим, скажи, хотим долго жить? Да! Вот. А знаете, есть заповедь Божия. Заповеди Божии – это те заповеди, которые дают нам категорию, именно если мы их исполняем, то мы будем обязательно счастливыми. И вот одна из заповедей Божией так и говорит. Если ты хочешь долго жить, то почитай отца своего и мать свою. Понятно всем, да? Да. Это вы понимаете, что не физкультурой заниматься. Вот. Не это главное. Не есть здоровую пищу. Долголетие – это не только вести, например, вот физкультурой заниматься, кушать пищу здоровым, дышать воздухом. Воздухом хорошим. Но главное, что, как нам говорится, да, почитает отца своего и мать свою. Вы любите своих родителей? Да! Хотите, чтобы они долго жили? Да! Ну, тогда их почитайте. И сами хотите долго жить, да? Да! Вот я думаю, это самое главное будет наука для вас в жизни. Да. Мне бы хотелось, чтобы
этим сознаниями, которые вам даются сейчас в школе, вы знали это самое главное. Чтобы быть счастливым, надо быть со всеми в мире, да? Тогда ты будешь счастливым. Этого я вам всем, дорогие мои, желаю. Сейчас мы все вместе с вами, вместе с вами. Не только я буду молиться, не только священники, которые здесь стоят, не только родители, которые очень желают, чтобы вы получили хорошие знания, были счастливыми и добрыми людьми, но и вы будете вместе с нами молиться за то, чтобы у вас в жизни все было хорошо. И вы были счастливыми. Понятно всем? И все исполняет сокровища благие, и жизни подателю приди. Господу помолимся. Ой, еже всадите в сердца их начало премудрости, страх свой божественный, и тем бы есть юность огнати от сердец их, и просветите ум их, еже уклонитесь от зла, и творите благое. Господу помолимся. Сами себе друг друга или животных Христу Богу предадим. Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как бессмертно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы и вам исполниться всею полнотою Божию, а тому, кто действующее в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды. От века до века. Аминь. И подать им силу и крепость, во еже скоро прияти, и спешно на выгнати божественного закона Его наказанию, и всему благому и полезному учению, еже преуспевать им премудростью и разуму, и всеми благими делами во славу Пресвятаго Его имени, и даровать им здравие, и долголетны их сотворить их созиданию, и славить Церкви Своя, Отце Вси, Господи, услыши и милостиво помилуй. Спасит нас, яко благ и человеколюбец. Господи на вас, таков благодати человеколюбим, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Дорогие мои ребята и все учащие, учащиеся, поздравляю вас с наступающим началом учебного года. Мир вам, Божие благословение, счастья вам в жизни, вам и вашим близким, родителям прежде всего, потому что они вас заботятся, воспитывают, а также вашим преподавателям, которые тоже очень беспокоятся за вас. Ну, а сейчас мы по традиции окропим каждого подходящего святой водой, как это уже традиция такая добрая. Будут несколько чаш, из которых можно будет
подойти к священникам, священника будет стоять и окроплять вас водой. По центру, с правой стороны и с левой стороны. Поэтому, где вам удобно, туда и подходите. Господь с вами. Крестик, крестик, крестик.